Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джимбу Макс, и настал тот день, когда мы с вами будем оформлять предзаказик Xbox Series X. В этом видео вы увидите, как его оформлю, я решил записать этот торжественный момент. И знаете, на самом деле, маленько волнительно. Если что, сейчас 9:53, осталось буквально 7 минут. Как вы можете заметить, даже на М-видео есть таймер, если что, я решил заказать в М-видео. Не знаю почему, нету какого-то логического объяснения. Пожалуй, это, ну, просто больше к М-видео лежит душа. Плюс магазин, в который я поеду забирать, он не так далеко от моего дома. Я, кстати, ради этого даже с работы отпросился. Вот так вот. Поэтому, пацаны, с вас лайкусик за это. Уже не терпится, на самом деле, его забрать. Я понимаю, что это будет еще около месяца, это вот ожидание. Но так или иначе, я хотел бы этот предзаказ сделать один из первых, а может быть даже и первым. Я все заготовил. Я заготовил имя, фамилия, номер карточки. Подготовил нужную сумму, короче, вот. Осталось просто быстро среагировать, быстро нажать предзаказ, предзаказ, предзаказ. Все быстро вбить и все. И предзаказать, и со спокойной душой идти на работу. Увы, я отпросился на полдня, потому что, ну, сорян. Прежде чем я буду его предзаказывать, хочу также сказать огромное спасибо вам, тем, кто смотрит мои видеоролики, тем, кто поддерживает лайками, комментариями, тем, кто следит за мной в Инстаграме, там, в разных соцсетях, тех, кто подписан на группу GPX, всем вам огромное спасибо. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем тем, кто меня поддерживал на стримах, донатил, так скажем, помогал собрать на Xbox Series X. Ребята, всем вам от души. Я, скорее всего, предзакажу именно Xbox Series X. Я, конечно, очень долго думал предзаказать Series S или Xbox Series X, но решаю все-таки на X, потому что у меня, во-первых, хватит бюджета, а во-вторых, я заказываю всего лишь пока одну консоль. Как бы для обзора хотел бы заказать вторую, но я очень хотел бы, чтобы Xbox провели ранний старт продаж. Если кто-то не знает, то это нормальная практика ранних старт продаж, если что, выбирается конкретный магазин в Москве, и за день до, так скажем, до выдачи данных товаров происходит некое шоу от Xbox в конкретном магазине, где дарят там памятные подарки, там устраивается шоу. Вот, и поэтому, если вдруг будет такое шоу, я очень надеюсь, что оно будет, я куплю там Xbox Series S. Ну, попытаюсь купить, если у меня хватит бюджета. Вот, ну а пока я покупаю Xbox Series X, чтобы вот... Ну, просто потому, что душа этого просит. Вот, также не забывайте, ребят, ставить лайки на канал. Я на самом деле почему-то волнуюсь, я вот что-то даже на самом деле не понимаю, потому что, ну, вроде, что, я покупаю обычную консоль, новую, Next Gen. Фух, я не знаю. Короче, волнительно, реально волнительно. А тем временем у нас осталось минут 22, минута 21, минута 20, минута 19, минута 18, минута 17. По-моему, эта минута будет самая, прям самая долгая в моей жизни. Кстати, напишите в комментариях, какую вы консоль предзаказали или будете предзаказывать. Я, кстати, очень надеюсь, что сайт не крашится, потому что, когда я следил за предзаказами PlayStation 5, то там реально легли. Также, если кто-то смотрел на экран, я просто ранее смотрел предзаказы, и там слева было написано, сколько человек смотрят. На момент, так скажем, моего осмотра там было 256 человек, что смотрит данный товар. Поэтому я думаю, что сейчас цифра увеличилась, поскольку данная табличка не показывается. 9:59, 9:59, пацаны, 9:59. Так, ребят, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, что? Что? Почему? Почему? О, предзаказ, погнали. Так, копируем номер. Ду-ду-ду-ду-ду. Имя, фамилию, быстренько, оп. Делаем предзаказ, вбиваем номер карты. Это все на скорость, я репетировал. Так, это раз в год сейчас должен прийти. Давай-давай-давай-давай-давай. Почему он не приходит? Ну? Ну ты чего? Так, так, пришло с задержкой, но пришло. Так, отправить. Ну? В процессе, все в процессе. Ну? Я понял. Так, обработка. Да! Все! Ух! Все, ребят. Xbox Series X официально предзаказан. Ребят, поаплодируем мне, поаплодируем вам. Те, кто сделал то же самое. Пацаны, ну с вас по-любому лайк. Это просто офигенно. Я рад безумно. Наконец-то мы дожили до того момента,
когда появился предзаказ на Xbox Series X. Если что, данный Xbox я предзаказал в Меге. Если вдруг кто-то будет тоже забирать оттуда, можем, в принципе, пересечься, там, пофоткаться, поболтать. Вот, поэтому отпишите в комментариях, если кто-то вдруг живет около Меги Белой дачи. Вот. Ну, короче, всех торжественно поздравляю, что Xbox Series X официально стартовал, именно предзаказ на него. Если что, дата выхода консоли именно 10 ноября. Вот, что, я безумно рад этому событию. Я надеюсь, вы поддержите данный видос лайками. Вот, а на этом все. Большое вам спасибо за просмотр, ребят. Ух, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии и тому подобное. Короче, большое спасибо вам за просмотр, друзья, и все. Всем до новых встреч.